Здравствуй, Октябрь! Добрый вечер! Продюсеры предупредили меня, что будет несколько друзей, скажем, человек 25. Радостно видеть вас сегодняшним вечером, несмотря на 9 бальные пробки в Москве. Большое количество счастливых лиц и глаз. Здравствуйте! Ну что ж, дорогие друзья, Владимир Яковлевич, Марина Кравец, мы от души вас приветствуем в этом замечательном кинозале. И мы рады приветствовать вас на мировой премьере научно-фантастического фильма «Сфера». Напоминаем, что фильм представляет компания «Цифровое телевидение», и вы самые первые зрители во всем мире. Только завтра картина открывает международный кинофестиваль «Трайбека» в Нью-Йорке. Остальные страны увидят кинофильм «Сфера» только 27 апреля, друзья. Итак, сегодня в центре Москвы, кинотеатре «Октябрь», «Сфера» начинает свой путь. «Сфера» выходит в прокат в 1000 кинотеатров и 500 городах России, а также в Казахстане, Грузии, в Азербайджане и на Украине, в Узбекистане и в Белоруссии, друзья. И все это при поддержке наших партнеров. Ну что ж, друзья, от себя хотелось бы сказать пару слов буквально про эту кинокартину. Фильм «Сфера» про тех и о тех, кто живет в век высоких технологий, век легко доступной информации, то есть про нас с вами, дорогие друзья. Ну а еще фильм расскажет про то, куда могут привести благие намерения в современном мире. На самом деле это очевидно, что интернет уже давно перестал быть просто орудием для добывания информации. Он действительно нас всех с вами поглотил, и даже тебя, дружок. Будьте аккуратнее. Дело в том, что мы начинаем свой день с интернетом, заканчиваем с интернетом. Утром мы заходим на новостные сайты. За завтраком мы пролистываем социальные сети, за обедом мы фотографируем еду и выкладываем ее в Инстаграм. И, кстати говоря, никто не спрашивает еду, хочет ли она, чтобы ее выкладывали в Инстаграм. Кстати говоря, вопрос личных свобод тоже будет подниматься в этом фильме. Друзья, ну а вечером с работы мы приходим, мы, конечно же, ложимся на диван и скачиваем, или, может быть, кто-то покупает какой-нибудь хороший фильм, да? И расслабляемся, отдыхаем. Так вот, фильм «Сфера» расслабиться нам с вами не даст, а наоборот заставит о многом задуматься. Но я уверена, что мы получим огромное удовольствие от потрясающей игры Эммы Уотсон и Тома Хэнкса. И вообще, я думаю, просто будет интересно посмотреть на то, как повзрослевшая Гермиона устраивается на работу и получает соцпакет. Друзья, от меня лично желаю всем нам приятного просмотра. Ну, а я, в свою очередь, должен добавить, друзья, прежде чем покажет свет, я должен передать просьбу продюсеров. Очень важно не воздержаться от любых публикаций и рецензий. We'll be right back.